Всем привет! Скоро у нас наступает всеми любимый праздник Новый год. И надо что-то готовить. Я предлагаю вам попробовать, так как все любят шашлык. Ну, шашлык мы обычно готовим, делаем на природе, летом. Вот. А дома можно попробовать его приготовить на таких вот шпажках в банке. В банке удобно то, что сок стекает прямо в банку и не разбрызгивается по всей духовке. Вот, для этого нам понадобится банка, шпажки и мясо. Ну, мясо, как обычно, замариновала, посолила, поперчила. И тут порезанный лук мелко. Мясо тоже я, кстати, мелко порезала, потому что быстрее приготовился. Вот, посолила, поперчила, лук порезала мелко и немножко он полежал в уксусе. Потом все это смешала и так вот у меня вот часов 12 пролежало это мяско. Ну, тут я немножко так на пробу сделала. Вот, апельсины, яблоко нам, конечно, не нужно для этого, это так для антуража новогодний. Вот, давайте попробуем. Вот я насадила мяско на шпажки. Тут у меня получилось их 9 штучек. Вот, теперь буду ставить в духовку. И на всякий случай, я боюсь, что банка может треснуть, я ее поставлю вот на такое блюдо. Вот, в самый низ. Решетку прям ставлю на самую последнюю полочку. В самый низ, короче. И ставим не в разогретую духовку. То есть вот я сейчас включила и буду ставить сразу. Вот так вот, не знаю, видно, нет. Так вот все это выглядит. Банка уже начала запотевать. Сначала включила на сильный, прям на минутку, и убавила. Стоит. Ну, полчаса, наверное, точно будет стоять. Вот, друзья, прошло полчаса. Вот смотрите. Кусочки, конечно, еще уменьшились. На дне банки сок. Банка, слава богу, не треснула. Ну, немножко надо, наверное, 10 минут еще подождем. Запах! Обалдеть! Ну вот, прошло еще 10 минут. Сейчас вот посмотрела поближе. Не знаю, если видно. Немножко уже они начали зажариваться, поэтому еще 10 минут подождем. Вот, в итоге прошел час. Шашлычок наш зажарился. Ну и вот итог. Мой эксперимент удался. Правда, мяско можно было, конечно, кусочки покрупнее нарезать. Получилось вкусно, я уже попробовала. Один шампурик съела. На вкус, на самом деле, как шашлык. Так что можете попробовать. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Спасибо за просмотр.